И, друзья, всем привет! Это долгожданный ролик для многих моих подписчиков. Уже есть много тонны комментариев на видосах, на стримах, на Твиче мне пишут, когда уже этот видос со скринами. Кто не в теме, я сейчас расскажу небольшую предысторию, но для начала хотел бы вас спросить. Я тут сделал себе простенькую рамочку, потому что мне старая надоела. Я новую не стал заказывать у дизайнеров, потому что, во-первых, это не дешево, во-вторых, ждешь долго. И в последнее время я разочаровался в работах, потому что какие-то работы стали тусклые, черные. Я люблю ярко выраженные цвета, картинки, чтобы они вызывали какие-то положительные эмоции, а не призыв к суициду. Не знаю, я сейчас расскажу, о чем я говорю. Ну вот, к примеру, да, вот я раньше заказывал рамки. Вот смотрите, вот такая вот у меня рамочка была, да, приятная вроде. Вот такая вот у меня рамочка была. А вот последняя рамка, ну вот посмотрите на нее. Сейчас я вот уберу вот эту рамку. Вот, посмотрите, она черная какая-то. Да, есть у нее цвета, но она на черном фоне. Не знаю, как вам, но я немножечко расстроился. Так, сейчас нужно убрать обратно. Вот, я сделал сам. Да, на простенькой никаких ссылок, отсылок и лишнего ничего нету. Я считаю, это и не надо, чтобы не отвлекало вас от игры. Поэтому я вот такую простенькую сделал для себя. Так вот, я сделал два варианта. Вот такой вот и вот такой вот с надписью. Какой вам лучше? Напишите, вот, если вам это вообще не нравится, возможно, сделаю какую-то другую. Но пока заказывать у дизайнеров не буду. Ну и теперь, собственно, небольшая предыстория. Под моим видосом можно найти комментарий из разряда: «Холдик, нахрена ты скринишь постоянно свой экран? Скринишь леги, скринишь сундуки, карты, да все подряд скринишь. Для чего ты копишь? Тебе делать нечего забивать память на своем устройстве?» Это правда, я постоянно делаю скрины, но это для того, чтобы сделать превью. Превью — это та картинка, заставка, фон, который вы видите, прежде чем посмотреть ролик. Вот, я не заказываю их у дизайнера, поэтому делаю их сам. Для этого мне нужен материал. Я делаю скриншот, и потом с этим скриншотом работаю в фотошопе с разными там эффектами и прочее-прочее. Вот, ну и как-то я в одном видосе спросил, хотели бы увидеть мою коллекцию скринов? Ну, там вообще такого особенного ничего нету, но просто задал такой вопрос. Не думал, что даже это такой вызовет интерес у всех, и будут все это поддерживать. И попросил 10 тысяч лайков. 10 тысяч лайков набралось, и начали просить меня: «Холдик, давай, ты обещал». Я окей, думаю, отложу на это на ближайшее будущее, потому что сейчас много разных дел. И, короче, оттягивал, прошло 2 месяца, и до сих пор люди просят. А значит, это интересно. Я, во-первых, прошу прощения, что так долго затягивал этот момент с этим видосом, но так как раз вы хотите, я записываю для вас этот ролик. В общем, сегодня выпуск про коллекцию моих скринов. Многие писали: «Ты что там от нас стоишь? Давай записывай, что там у тебя? Мы хотим посмотреть». Приятного просмотра, поехали смотреть. Итак, скрины мы будем смотреть вот на этой рамке, потому что когда я нажимаю на фото, оно расширяется и сквозь рамку не видно. Поэтому будем здесь смотреть. Будут скрины, очень много однотипных скринов по роялю, но если мне будет что-то интересное рассказать про этот скрин, я, естественно, расскажу. Но будьте к этому готовы, их очень много. Также будут фотографии, возможно, из какой-то жизни моей личной, я тоже их покажу, расскажу, если вам будет это интересно. Вот, ну, скажу сразу, это не все скрины. Это у меня новый iPad, я его купил, вот даже видно, 18 апреля 2017 году. У меня до этого был iPad Air, вот там были вот реально очень старые скрины, вот там будет ностальгия. Ну, если этот ролик соберет до хрена лайков, ну, больше 10 тысяч, возможно, я пороюсь там в резервных копиях своих и покажу вам еще одну коллекцию. Ставьте лайк, подписывайтесь. Вот. Первый скрин, это не скрин, это фото. Это купил iPad, проверял камеру, это моя квартира, короче, ничего особенного. Вот, я проверял просто фото. Ага, вот это компьютер. Это у меня еще аквариум был. Вот, ну, в общем, ничего особенного. Че это, 5600 какой-то? Я не знаю, ребят, я честно сразу не вспомню. Если что-то будет вспоминаться, что это за скрин, я буду о нем рассказывать. Так, опять какие-то скрины, профили, я не помню. Это скрин колоды с шахтером. Это лог поединка скрин. Я не знаю, зачем это скрин. Вот это какой-то аккаунт. Я даже не помню, когда я записывал на этом аккаунте видос. Вот какой-то аккаунт. Такие скрины я и не помню. Давайте дальше. Опа! Легендарка с бесплатного. Можно кликбейтить. Так, а вот мой аккаунт. 12 уровень. 5000 кубков. Еще не так много гемов. Не было тогда возможности донатить. Я не знаю, есть какие-то изменения с интерфейсом сейчас. Но что-то тут не так. По-моему, арена меньше. Арена меньше, логотип, по-моему, больше, чем сейчас. Вот, по-моему, так. Что тут еще у нас есть? Так, немножко подлагивает. Кстати, по поводу лагов, я вызвал мастера. Надеюсь, будем решать эту проблему вместе с ним. Лаги должны убрать. Надеюсь на это. Уже вызвал мастера, жду его. Так, тоже какой-то скрин профиля. Так, ну давайте дальше ехать. Что у нас тут? 7-0 в испытании, это я скринил. Дальше 9-1 и 10-2. Стоп, а 10... А как же я закончил? 10-3? Так, это что? Это старый какой-то скрин.
А, вот, я комментарий, наверное, скринил. Видео спизжено, а хули у тебя бомба после шарика взрывается не на 3 секунды, а одну? Меня всегда поражало комьюнити Clash Royale просто тупостью. Ну, они всегда выделялись вот этим, ладно, вот этой особенностью, потому что... Как можно писать, что видео спизжено, если я делаю онлайн-катки, записываю это все в онлайне, и он тупорез просто не догадался, что я записывал видео перед обновой. В общем, ладно, не знаю, что я ему объясняю. Я не буду все показывать, потому что нету смысла, буду обращать на самые, если интересные будут. Так, это профили, видим их очень много, я не могу, ну, наверное, для превью я их делал, не могу объяснить, для чего это. Вот 12 побед, о, это котейка мой. Да, потом я его отдал родственникам. Блин, а чё у меня экран меньше сделался? Ну ладно. Так, чё это у нас? Это у нас тоже какой-то скрин профиля. Это что? Это 4900. Тоже скрин какой-то непонятный. Так, едем дальше. Так, по-моему, клан сейчас по-другому выглядит. Это Holdic Elite, окей. Вступайте, кстати, в Holdic Elite. Хэштег вот. Пропиарю клан свой. Так, давайте дальше. Ой-ой-ой-ой-ой, что я только что увидел, ребята? Мне кажется, постоянно все меньше и меньше экран у меня делается, или нет? Или мне кажется? Ребята, честное слово, я не помню, чтобы я этим играл. Я не был в числе из этих людей, которые вот играют ими, я в их секте не состоял. Ребята, я натурал, правда, не знаю, что это за скрин, откуда он взялся, это подкинули, это фотошоп. Ребят, фотошоп. Так, что это у нас? Список друзей. Фу, тоже нахера я это скринил, не знаю. Это 4900. Опять же, зачем я это скриню? Сколько скринов? Ой, а вот это... А вот это, короче, у меня родился сын. Вот, и я... Ну и рожа. Я, короче, естественно, всю ночь это дело отмечал на радостях. И вот такое вот у меня утро было нерадостное. Очень ужасное было состояние, я думал, что двину кони. Вот, это я взял 5200, красавчик, естественно, скрин. Как же не заскринить такое дело? Мне кажется, или экран все меньше и меньше становится? Ну да ладно, если будет уже вот такой, я потом увеличу. Так, это тоже какой-то скрин левша. На аккаунте левши скрин? Наверное, для превью, опять же. Так, вот это я смотрел, я так и не понял, что это за скрин, что это за аккаунт, потому что это не тот китайский аккаунт, о котором вы, может быть, подумали, потому что тут не все леги фул. Хрен его знает, я не нашел ни ник, ничего, и это не Crystal аккаунт, не помню уже. В общем, чей-то аккаунт. Вот, сейчас у меня такой же аккаунт. Так, это я проходил гранд 11-2, потом 12-2, это было время, когда я еще гранды неплохо катал, да, мета была это, я не знаю, сфотографировал свой диван. Так, не знаю, для чего я скрин сделал, что выпал палач серебряного, ну там что-то в клане скринил, я это пропускаю, потому что нет ничего интересного. Вот какой-то скрин, три мушкетера с принцессой, кстати, по-моему, я подобной декой взял 5500. Да, так, дальше едем. Дальше едем, что у нас тут? 12 побед, это испытание с выбором карт, двойной эликсир. Интересно, я уже не помню, когда он был. Это 12 мая 2017 года. Так, это что у нас? Это у нас арбалет с шахтером, не знаю, это что, 9 уровень, 9, не знаю, что это. Я, короче, колоду, наверное, какую-то записывал. Это скрин, короче, автомобиля моего. Ну, не моего, это Chevrolet Cruze, но не конкретно мой. Вот, я просто себе тогда покупал и сделал скрин. Да, была у меня такая машина. Это обновление вышло, добавили деревню строителя. Я сделал скрины для превью. Ну, такая вот у меня была база в начале. Смешно видеть ее такой. Так, это что такое? Это не, это что-то не то. Так, это у нас мероприятие с ночной ведьмой. Естественно, скрин. Естественно, тут много у меня скринов. Это какие-то бонусы я фотографировал. Это расстановку я фотографировал. Это кого-то забанили, я фотографировал. Точнее, скринил, а не фотографировал. Так, давайте сделаем побольше экрана, а то что-то он вообще уже ушел в никуда. Так, дальше едем. Колода какая-то с гигантом. Не знаю, работает она сейчас или нет. Я в этом сомневаюсь. Так, еще какие-то колоды, куча колод. Далее, расстановочка какая-то с Clash of Clans. Блин, меня бесит то, что экран сворачивается и постоянно делается все меньше и меньше. Так, движемся дальше. 12 побед в гранде, какие-то кланы, какие-то скрины. Ну все, ребят, все скрины не пересмотреть. Вот, на три короны себя заскринил, когда выиграл. Точнее, заскринил, когда я выиграл.
Вот, это что у нас? Кто? Кот-наркот взял 5800. Жаль, я не знаю, прокачку заскринил или нет. Нет, прокачку не заскринил, он взял тогда с шестым големом. 12 уровень на 5800 с шестым големом. Вот это было мощно. Кот-наркот тогда еще играл. Было время, да. Я в это время сидел на 4900. Вот так, движемся дальше. Что у нас тут? Это я, наверное, какой-то конкурс сделал, либо аккаунт продавал, хз, что это? Это какая-то карта, это куда-то я ехал, не помню куда. Наверное, в Белокуракино. Так, это у нас, это татуировку я такую хотел себе набить. Вот, так, это у нас куча скринов, короче, давайте ускоряться, потому что их слишком много. Еще стоит нам посмотреть, хотя уже скоро вот заканчивается 2016 год. Так, это что? Это я кубик Рубика собирал на видос. Было дело. Это я себе, помню, iPhone 7 прикупил. Да. Так, это мой брат у меня в гостях. Это я пытался кликбейтить, типа крутил спиннер. Это раньше был тренд, крутил спиннер и выпало Лего. Вот, и мой брат в этом участвовал, в этом всем дерьме. Вот, это мой младший брат. Так, дальше покажу вам, возможно, всех. Так, моих братьев, ну у меня их просто два. Это с выбором карты, двойным эликсиром, какой-то и легендарный сундук за 12 побед дается. Так, давайте дальше. Что у нас тут еще? Ну, это все в профиле, это все неинтересно, это все супер магически выпал. Мой 7+. Это что такое? Зебра, помнишь, тебя бустили испытания? То есть ты просто рак, который открывает чужие сундуки и привит каналы. Очень информативный комментарий. Не знаю, зачем я это скринил, но да ладно, скрин у меня такой есть. Так, ой-ой-ой, вот это, наверное, самый интересный сейчас скрин будет. Я не знаю, блюрить или не блюрить, хотя мне похрен. Вот, чекайте. Оба! Это я скринил свой личный кабинет. Я помню, это рекорд был по заработку. 300 тысяч подписчиков тогда было, я заработал $900. Это было для меня прям колоссально, вообще колоссальная цифра. Да и сейчас это хорошая цифра, да, не подумайте. Вот, и в тот момент у меня было 24 миллиона просмотров всего на канале. Сейчас у меня уже почти... Ну ладно, не почти, 90 миллионов сейчас у меня уже на канале. Нормально. Вот, спалил, короче, вам. Не, хотя личный кабинет я уже показывал на стримах, просто не все его видели. Так, это что у нас? Легендарное испытание, 12 побед, тоже скрин. Это что? Это трансформатор канал. Мне понравилось, что я открыл этот видос, а там реклама трансформатора на его же канале. Это было забавно. Так, колоды какие-то, блин. Это что? Тоже кристаллы королевского чемпионата. Вот, кстати, где-то вот здесь был интересный скриншот. Так, смотрите, шахтер с бесплатного сундука. Так, что у нас тут еще, еще? Мегарыцарь. О, испытание мегарыцаря. Помните его? Вот это было крутое испытание. Вот тогда я хайпил неплохо. 25 августа. Это год назад было. Ровно год назад. Прикол. Вот, смотрите. А, нет, это не тот. Спецуха такая вот. Сейчас. Где-то тут была спецуха, которая... О, Castle Crush. Я в Castle Crush играл когда-то еще, да. Тоже куча скринов было, для превью делал, вот, легендарку выбил. Гранды, опять же, это татуировки я выбирал, вот такую вот хотел, такую вот хотел, такую вот хотел, такую вот хотел. Это я эскизы себе подбирал, вот такую вот, в итоге вот на подобное остановился. Вот, ну это все эскизы, я думаю, вам это не интересно. Это потом, не помню, как эта игра называлась, забыл уже, не могу вспомнить. Это тоже от создателей Castle Crush. Блин, забыл, честно. Вот недавно про нее, кстати, разговаривал и видел у кого-то из ютуберов на канале видос про эту игру. Забыл, ну ладно, напишите в комментариях. Потом я себе купил 7+. Вот, так, дальше едем, что у нас тут, какие-то еще скрины. О, Shadow Fight я еще играл, сундук с гемами в Castle Crush, эскиз татуировки. Это мой наследник, он еще такой мелкий, о, это лайф-фото. Такой смешной. Так, дальше движемся, испытание с внезапной смертью, тоже скрины. Это скрины с турнира Aurum. Вот этот, кстати, тот самый дизайнер, который делает рамочки. Не знаю, зачем я делал скрины. Так, это у нас мини-генераторы. Блин, а где же эта спецуха? О, это Honda Accord. Я ее хотел покупать после
продаже шевролешки, но потом в итоге остановился на Infiniti, дальше фото тоже будут. Так, разные сундуки, спецухи, боже, ну я вас предупреждал, будет очень много скринов, ребята, очень много и однотипных. Это что? Это Девр на 5800, колода, скрины, тыры-пыры, вот выпало Лего мне. Вот, вы можете потом, кому не лень, посчитать, сколько всего скринов у меня. Но это, опять же, не все. Я много удалял, потому что память забивалась, и они нафиг не нужны. Я просто, когда копирую их на компьютер, я уже теряюсь, где последний скрин. Это что у нас? Это Юса на 6100. А, так, это у нас тоже какой-то драфт-сундук. Так где же эта спецуха? Я помню, спецуха была, я о ней хотел сказать в видосе. А, вот она. Вот она, спецуха. Вот, ребят, я когда-то возмущался, что у нас суперселлы начали иметь на деньги. Не помню, в каком видосе. И вот прямое тому доказательство. Посмотрите на прекраснейшие, распрекраснейшие вот эти спецпаки. Мы за 1 доллар могли купить сундук с молнией, 2000 золота и 80 гемов. За 10 долларов мы могли 1200 гемов купить, 40 тысяч золота и сундук с молнией. За 20 баксов 2500 гемов, полтинник и сундук легендарный сундук короля. Сейчас такая акция может стоить так точно 20 баксов, золото, сундук, только при этом вот тебе гемы. Лови эмодзи, лови картинки, продаем вам картинки за деньги. Раньше, короче, я к тому, что раньше были гемы, сейчас гемов нету в спецпредложениях, и это очень обидно. А, магический лучник, вот эти все спецухи, я все скринил, естественно. Вот, леги падали, там все дела. Так, пропускаем, давайте ускоряться, потому что очень дохрена, у меня уже головокружение, я не знаю даже, что показывать, одно и то же практически. Давайте что-то, может, новенькое тут будет. Это что такое? Это фулл карты на моем аккаунте. Так, это я создал твинка, скачал его, скринил. Боже, сколько скринов. Это что за свеча? А, это, короче, Кемерово. Я участвовал в благотворительности, короче, скринил реквизиты. Неважно. Так, о, это Лена с мелким. Лайф-фото. Так, хорошо. Это у меня принцесса 5 уровня доступна. Это мне жена подарила 10-й iPhone. Не наоборот. Именно она. Вот, я тоже был рад очень этому. Так, что тут еще? Что тут еще? Сундуки фортуны. Господи, сколько скринов, леги. О, это, кстати, скриншот. Попали в кадр тиммейты с последнего испытания. Рандомные тиммейты с последнего испытания. Вот, тоже засветились на ютубе. Вам привет. Так, дальше эротика пошла. Просто у меня реально были тогда результаты. Я в 18 лет, у меня был вес где-то 55 килограмм, 55-58. И я просто себе поставил за цель немножко набрать массу, хоть немножко измениться. Короче, по этой фотке ничего не понятно. Давайте я вам покажу следующую. Опа! Слева это 2012 год, справа это 2017. Да, я не качок, но изменения есть. Ну, это так, для себя фотографировал, чтобы на память, чтобы вспоминать, какой я был. Вот, такие дела. Так, давайте едем дальше. Ай, так, тоже легендарочка падает. Так, дальше семейное фото. Это два моих младших брата и мой отец. У нас, кстати, одинаковые с ним машины. Вот, все честно. Так, едем дальше. Это Сигна подписчику. Так, это скриншот какой-то случайный, видимо. Это мы с семьей на прогулочке. Это я переобул летнюю резину, поставил 20-е колеса. Такая вот, мне показалась она очень красивой на 20-х колесах. Это первое фото. Так, дальше. Это на автомойке. Это, короче, я фотографировал, по-моему, на продажу. Хотел выставить, потом передумал. Да. Так, где-то. Если вам интересно, конечно, эти скрины. Может, вам только рояль интересно. Салон. В общем, ну, такая. Infiniti FX35, если вам кому интересна модель. Так, ладно, едем дальше. Так, дальше снова скрины, сундуки. Господи, сколько всего. КС дальше пошла. Ох, много всего, много, ребятки. Это мое рабочее место. Я буду обращать внимание на самые интересные теперь скрины, потому что уже полчаса ролик пилится. КС, какая-то переписка с разработчиками. Мне не выдали, короче, легендарки. Это я вторую татуировку себе выбирал. Это мой крутой дроп с пубга. Ох, друзья, жесть, сколько скринов, хоть на две части пили.
Короче, дальше, по-моему, ничего такого особенного не будет, но я реально уже устал. Ну, Рири, я не думал, что так долго, что целый час их записывать. Дальше скрины тупо вообще сундуков, арен, и больше ничего, по-моему, интересного не будет. Давайте быстро скроллить. Все, я устал, реально. Я все вам показал. Но это последние скрины, которые я делал. Фух, в общем, друзья, как-то так, такие вот получились скриншоты, напишите в комментариях, какой скрин вам понравился больше всего и хотели бы вторую часть, потому что у меня еще есть как разные фотографии, скрины на других устройствах. В общем, подписывайтесь, ставьте лайки, ну и ждите новые ролики. Спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.